чего начинается Родина? В нашем случае с песни. В этом точно уверена республиканская общественная организация «Беларусь». Именно по ее инициативе в стране стартовала своеобразное турне «Творческие встречи с самыми известными белорусами». Начать серию мероприятий было решено в Бобруйске. Ну а первооткрывателем стал актер театра и кино, композитор и исполнитель Анатолий Дулский. Земля, ты мой дом, ты родная мать. Честно, откровенно и душевно Анатолий Дулский исполнил песни о родине, о своем детстве, о маме и, конечно, о любви. Каждый зритель в зале через призму стихов узнал себя в этих композициях. Небольшой зал, ничто другое не помешало артисту и слушателям находиться на одной волне. Такие аплодисменты, такие дыхания чувствовал почти каждого зрителя. Очень. Я даже, если вы чувствуете по моему голосу, да, по дыханию, я даже, мне кажется, не устал. Хотя концерт сколько там, 2 часа шел. Очень приятно. Ведущим концерта или даже нитью, связывающей артиста с зрительским залом, стал председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько. В начале концерта в воздухе витал вопрос, почему именно Анатолий Дулский. Геннадий Брониславович аргументировал выбор открытостью души и сердца исполнителя, который в каждом своем музыкальном произведении признается в любви земле, на которой родился. В городе Бобруйске мы начали такую серию творческих встреч с известными людьми нашей страны, с интересными людьми, которые должны раскрыться перед зрителями, перед жителями нашей замечательной страны во всей своей красе. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.